Молодец. Fancy a delicious sweet snack. Try some churros. You can buy the Spanish waffles with ice cream in the event area. Да, засчитали. Гол засчитали. 6-5. А, не, не засчитали. Бля. 2 минуты дали игроку. 5-5. Давай, Украина! Ну. Красавчики. Все, так и сделали. Фу, блин, капец. Ну это интересно, когда сложно, правда? Когда не знаешь, что будет дальше, блин. И когда они уже знают, что они все выиграли, то уже не так. Держите его!
Давай, мальчики, вы можете. Давай, сынок. Ну, ну! А! Нет, нет, ты... Давайте, пацаны. Давай, давай, давай. Вратаря, ёпельно. Папа ему... На игрока. Но не, он на нашего игрока. Поэтому мяч передали нам. Давайте, мальчики, давайте. Давайте, гол, давайте. Когда не выжить, я буду орать, как трезвая. Да. Это тоже можно. Давайте, пацаны, гол! Олег, давайте, забивайте! Давай, давай! Санечка! Санечка, давай! Олег, давай! Ой, скользко, видишь, я не говорю, тяжело. Хорошо, давай, давай! Гол, давай! Давай, давай, давай! О, блядь, он просто вратаря бьет. А, да, давай, лови! Подумаешь, папа отменяет. Кому-то дали. Ты 7? Вообще не вообще. Бля, сейчас парашютом. Давай, давай, давай. Сравняли. Наши еще ни разу 7 метров не дали. Пацаны, давайте, пожалуйста. Мальчики, вы можете, давай. Персонально взяли, Саня. И Лёга. И Олега тоже, походу. Смотри, видишь? 9 минут прошло. Все, 6. Что две? Давай,
Саша покажет. Давай, туалет! То есть они не останавливают секундомеры. Вся игра занимает 30 минут. Обещала покричать, но помню заранее. Ну, что, один... Я уже вот так. 8-7, да? Да. Наши выиграли на дочку. Ё-моё. Да, они с нами получат. Как мы еще будем перемешать? Да, они еще пока об этом не знают. Пусть пока немного похитренного. Да. Ну вот, я же говорила, мы победим.